Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 8 ноября, 3 часа ночи, как всегда. Здесь мы с вами, чтобы посмотреть, что добавят и заберут ли стандарты. Оставят, заберут, в общем. И что-нибудь, ну я бы что-нибудь новенькое, но не вот эти эмоции. Что-нибудь дельное бы приглянул. О, да, пришел. Пришел, родной, пришел. 2600. Фулл комплект стоит. Я сегодня видел в игре этот скинчик и сказал, что, наверное, я его себе прикуплю, потому что мне он понравился. Хорошо выглядит. Во-первых, череп. Я люблю черепа. Во-вторых, огонь. Мне нравятся скины с огнем. Плюс кожанки. Хорошо смотрятся. Сделали хорошо, поэтому я, наверное, не пропущу. Чё по бэкпэку? Бэкпэк большой. Бэкпэк выглядит круто, но большой. Бэкпэк юзать не буду 100%. Прям вообще 100% бесполезная. Для меня, к сожалению, бесполезно. Это что такое? Это кирка, что ли? Инструмент в натуре кирка. Звук топич. Прям цепи. Кайф, посмотри, как они будут выглядеть. Звук очень крутой, прям такие цепи. Классно звучит. А он на нем сидит? Он на нем сидит? Или за ручки держится? Он, наверное, вот за вот эти ручки держится. Было бы круто, если бы сидел. Выглядит классно. Мне очень тоже нравится. Эпично. Ну или хотя бы стоял, чтобы сверху. Хотя ручки очень узкие, вряд ли он за них держится. А написано, что он там вертикальный? Нет, тут обычно значок пишется, что это дельца, на котором стоят. Статик, чатик пишет, что стоит. Блин, это круто. Очень нравится. Дельт офигенный. Прям офигенно. Магма вообще теперь идет далеко и надолго. Ну да. Минус магма. У меня уже есть одна обертка, которая убивает магму. Это еще больше ее убивает. Очень красивая тоже. Хорошая обертка. Что по отдельности стоит? 1500 скин с бэкпэком, нормуль, кирка штука 200. Дорого, конечно, для кирки, ну я ее куплю, я комплектом буду покупать. А, скейт дельтаплан, да, дельтский том, ребят. Подождите, 1500, 1200 и 500, нифига. 4400, 2600. Купить комплект, ребят, тег автора. Не забываем указывать SPT-083. Я куплю весь комплект покажу. Вы смотрите, что вам понравилось, не понравилось. Что-то ж вы могли получить от этого, от турика. Кто-то получил. В общем, зырь покажу вам, посмотрим. Что мне однозначно, не буду юзать бэкпэк. И надо поставить, как кирки будут выглядеть. Но остальное все мне прям нравится. Дельт убойный, обертка хорошая. Скин классный, кирки, надо глянуть, как они работают, но предварительно выглядят классно. Дальше. Бургермен, только ж вроде был. По-моему, ж Бургермен только был, я не успел по нему соскучиться, ребят, за полторашку. Я, кстати, за него бегал пару дней назад, за этот стандартный скинчик. Бэкпэк с картохой и скинчик за полторашку. Классный, нравится мне, но уже на нем свое отбегал. Кирочка за 500, лопатка простенькая. Дельтик за штуку 200. Аппетитный. Дальше это Zero. То, с чего начиналась у нас вторая глава, ребят. Убойный, очень красивый скин. И офигительный бэкпэк, который я до сих пор юзаю периодически. Очень мне нравится. Скины играю, блин, 1000 лет за него не играл. Потому что не могу на него что-то прям супер, супер приятно сет собрать. Но бэкпэк юзаю постоянно. Бэкпэк убойный. И обертка. Только сегодня говорили, что это обертка кайфовая. Воу. Обертка классная.
Уходим правее. Стандарты, ребята, у нас все остались. Так что, если что, еще приглядывайтесь. Вот сейчас бы. Сейчас бы это, если приглядывайтесь, покупаем. Да, сейчас бы агрессора добавить. За 800. Первый сезон. А какой это скин? Это Рамира спама, да, называется она? Нет, это не Рамирес. Это как раз таки вот то, что мне подарили. Или это само собой. Ну, короче, смысла нет. И вот между вот стандартами тогда уже и вот этой лучше взять стандарт, потому что у него хотя бы два стиля. В этом хотя бы, ну, хоть какая-то разнообразие. Это тупо вообще писец. Ну, вообще забей. Не имеет смысла никакого брать. Да. Терра с двумя стилями. А, с четырьмя, извините. Светится, не светится, в двух цветах. То есть вы можете сделать, чтобы она светилась ночью и не светилась, в двух цветах. Мне тогда не зашел этот скин, я его благополучно пропустил. Я, по-моему, дельт от этого скина. По-моему, дельт купил от этого скина, если не ошибаюсь. Бэкпэком та же самая история, да? Да, с бэкпэком та же самая история, ребят. Светится, не светится, в двух цветах. Переместили эмоции, которые у нас были вчера, их оставили, переместили. И кирочка, классическая кирочка хамелеон, ребят, за 800. И эмоция, переломный момент. Так, ну сегодня у нас, конечно, главный скин это вот призрачный гонщик, хорош. За две с копейками, прям вообще нормально. Призрачный гонщик. Прежде чем, что я заметил, ребят, слушайте. Я не знаю, от бэкпэка это или от скина. Гремит, короче. Я думаю, от бэкпэка. Предполагаю, что от бэкпэка, но точно не знаю. В прицеле, давайте, поехали. Бомба. На эпических настройках просто пушка. Да, голова выглядит шикарно. Ну, бэкпэк большой, как я и говорил, выглядит классно, но большой. Чё в темноте? Чё спереди? Уф, шея. Вот эта вот часть. Ну, шеи тут нет, но вы поняли, позвонок вот этот. Внутри под этим смотрится офигенно. Да, бэкпэк, конечно, мне не подходит точно. Кирки. Как сделали кирки? Ля, прикольная хреновина. Он одной рукой лупит. Он цепляет. Короче, он бьет сначала правой, потом левой. Вот это левой цепляется за правую, и она становится длиннее. Обратите внимание. То есть после первого удара, видите, у него цепи в двух руках. А когда идет второй удар, у него из левой руки цепляется к правой. Эпично. Никаких задержек нет, ребят. Никаких задержек, типа как у Киркитора было, ничего такого нет. Огненный след от удара в том месте. Кирка, пушка. Обертка выглядит очень круто. Да, обертка тоже офигенная, конечно. Обертка офигенная, но вот, блин, я не помню, к сожалению, как называется обертка, которая от выстрела сильнее загорается. У меня есть, она выходила в этой главе, по-моему, сезон или два назад.
Она, конечно, покрасивее за счет того, что от стрельбы она сильнее загорается. Но тут сам эффект пламя, конечно, офигительный. Лучше, чем на той. Но магма, все, ребят. Магма не имеет никакого смысла магму брать за 700, когда за 500. За 500 пламя топовое. Он руками, посмотрите, как их достает, как будто из рук выэтывается, достает. Такое прикольное движение. Не, ну это пушка. Ну это жестко. Это, конечно, жестко. Кайф. Кайф, хороший. Блин, ну это очень хороший скин. Относительно там всех коллап, ну... Ну и переломный момент. Относительно всех марвеловских скинов, очень хорош. Очень хорош. Многие прям проходные. Здесь все мне очень нравится. Юзабельно. Ну, я буду юзать стопудово Дель, стопудово Кирк, стопудово скин. Кроме бэкпека я все буду использовать. Это очень классно. Кайф. Вопрос из чата очень популярно. Можно ли все это юзать с левыми скинами? Типа как там у Тора Кирку нельзя, да, там след и так далее. Вы видите, да? Доминиона взял, ребят. Как вам кирочки к Доминиону? Имбуля. То есть все, все юзается. Все без проблем. Че тут у нас? Это вчерашние новости, не изменились пока еще. Должны по-любому здесь призрачного гонщика показывать. Ребят, вам спасибо большое за просмотр. Жду вас на трансляции в воскресенье. В 4 часа смотрим полуфинал в ФНКС. Хотел сказать, полуфинал DreamHack Duo. Наши команды есть. Приходите, ребят, с 4 часов начинаем. А в 8 будем смотреть сразу финал. А после этого проведем кастомки. Призовые вот так вот выглядят, если что, на дуосы. Кому интересно. Так что забегайте, буду стримить обязательно. Ссылку на Twitch найдете в описании. Вам спасибо большое за просмотр. Не забывайте лайкос, подписку на канал. И жду вас на трансляции. Пока.